На факультет военного обучения им еще рано, но стать военными они мечтают уже сейчас. Несмотря на юный возраст, ученики Челябинской школы номер 6 владеют строевой подготовкой, знают, что такое строгая дисциплина и умеют обращаться с оружием. В кадетском классе учатся не только мальчики, но и девочки. Пошли на построение, платки, расчески проверили, потом пошли в класс. Проучились, идем домой и делаем уроки. Я хочу стать военной, как мама и папа. Детская и юношеская организация «Юнармия» – это новый проект, созданный по инициативе министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу в 2015 году. Во многих школах Челябинска есть кадетские классы. Цель – воспитание подрастающего поколения. Самое главное здесь – это не обучение, это воспитание. Мы не ставим свою целью, чтобы впоследствии все они поступили в военное училище, стали офицерами. Но, тем не менее, мы воспитываем из них патриотов нашего Отечества. Единственной базой в Челябинске для воспитания будущих военных стал Южноуральский госуниверситет. Всем премудростям построения, военной подготовки и традициям русского оружия здесь обучают уже 2 года. В стенах университета ребятам показывают военную технику, рассказывают об особенностях оружия и предоставляют возможность стать хоть на минуту защитником Отечества. Интереснее всего вот этот танк. Тем, что у него длинная пушка. Самое сложное у них еще впереди. Как отмечают преподаватели университета, для того, чтобы стать юнармейцем, не нужно обладать сверхспособностями. Главное – любить родину и помогать отчизне, сохранять историю и память о героях.